Правила дорожного движения – один из тех сводов закона, которые волнуют абсолютное большинство людей. От их соблюдения напрямую зависит безопасность жизни всех участников дорожного движения. Потому все изменения, которые происходят в этом законодательстве, своей целью преследуют только одно – обезопасить участников дорожного движения. В правила дорожного движения очень часто вносятся поправки и дополнения. Сама дорога и обстоятельства на ней диктуют эти изменения. И тем не менее, многие дорожно-транспортные происшествия могут быть рассмотрены двояко. Раз и навсегда поставить точку в их трактовке помогают новшества законодательства. Так, ситуация, когда начал обгонять на прерывистый, завершил на сплошной, с июля этого года однозначно трактуется как нарушение закона. 12 июля 2016 года правила однозначно запрещают движение по встречной полосе слева сплошной линии разметки. Также теперь подпадает под явный запрет нелепая ситуация с обгоном трамвая, которая ранее была в рамках правового поля. В соответствии с пунктом 9.1 под пунктом 1 постановления правительства номер 761, на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями или различными модификациями сплошной разделительной полосы. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».